Так, это так, вот так. И, наверное, сюда. Возьмем вот этот цвет. В принципе, можно вот так. Нет, 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 этот цвет не подходит. Возможно, вот этот подойдет. Вот этот. А! Вот так, вот так, вот так. Отстой цвет. Просто кто придумал этот цвет? Мне он не нравится. Извините, любезно, то, что я вас прерываю, а что ты делаешь? Да подожди, 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 подожди. Мне еще один цвет остался. Вот, может быть, как думаешь, может быть, вот сюда вот такой подойдет? Вот так, и вот... А к чему подойдет? Ты хотя бы скажи, что ты строишь, я тебе помогу, может? Не-не-не, слушай, мне нужно кое-что другое. Я знаю, где это найти. Это будущий атомный реактор? Нет, мне, короче, нужны деревья, другие, вот на, из джунглей деревья мне нужны, вот блоки вот такие, там идеальный цвет будет, идеальный, трендовый цвет 2020 года. Мне нужно срочно в джунгли. Ты что ты Я строишь? дизайнер, я дизайнер, у меня глаза, я вижу, это не подходит. Мне нужен именно тот цвет, который у нас есть в джунглях на деревьях. Это все фигня. У Кати глаза, это самое главное, у Кати глаза. Скажи, что ты строишь, ядрить, колотить! Да скамейку. Человек, который, наверное, раз тысячу в своей жизни за 24 года сидел на скамейках, я тебе скажу, это вообще не похоже на скамейку. И мало того, деревья надо ломать топором, а не киркой. У меня нет топора. Вот именно, это не похоже на скамейку, потому что цвет не тот. Мне нужны деревья из джунглей, и мы отправляемся Хорошо, сейчас хорошо. туда. Какой цвет деревьев джунглей? В джунглях. Трендовый. Какой это трендовый? Цвет какого цвета? цвет между всеми вот этими дурацкими блоками, вот между этим и этим есть еще один цвет. Вот именно Хорошо. смешать все цвета Так, получится нужный. хорошо, хорошо, сейчас тогда я тут освечу. У нас здесь куча какао-бобов, которые растут на тропических деревьях. Сейчас я просто срублю одно из них и дам тебе вот этот цвет. Не Давай. трожь! Деревья здешние. Это уже не то. Это вторсырье. У меня некачественная скамейка получится. Я хочу ее сделать элитной, многофункциональной, модной, молодежь. Это то, что у нас здесь растет, это уже фигня. И вообще-то уже. Все, тихо, тихо. Подожди, подожди. Комплимент, комплимент. Тебе очень сильно идет, когда ты играешь в Майнкрафт молча, с закрытым ротиком. И вот просто молчи, женщина. Я буду молчать, если мы с тобой отправимся сейчас же в джунгли за новым цветом для моей скамейки. Я пойду сейчас на корабль и посмотрю, есть ли у нас новый цвет, вот это джунглевские деревья. Нету! Стой, 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 стоп, 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 стоп. Короче, чтобы окончательно тебя уговорить пойти со мной в джунгли, я тебе кое-что предложу. Ну? Давай так, если мы с тобой находим красного попугая, я разрешу тебе забрать его с собой домой. Ну, это совершенно уже другой разговор. Наконец-то я избавлюсь от вот этого бесполезного серого попугая. Красный, синим, просто... Спустя 90 серий Катя наконец-то мне разрешает... Ты мне же разрешаешь завести попугая? Красного, красного. Да, если мы с тобой накопаем нужное количество моего цвета для лавочки. Хорошо, идем мы за нужным цветом для лавочки. Но подожди, подожди, перед тем, как мы пойдем, я хочу выполнить еще одну просьбу, ачивку подписчиков из комментов. Знаешь, какую? Конечно, нет, их же там миллион. Да, учитывая то, что как бы мы читаем все ваши комментарии, но только комментарии подписчиков. Кто не подписан, тот кто, Катя? Тот вообще на самом деле не подписан и не считается подписчиком. Логично, кто не подписан, не подписан. Вот, короче, ты у нас молокодойка, поэтому иди подои вот это, три коровы. Вот, иди, иди дои, иди дои. Я возьму немножко пшенички, у меня есть немножко яичек и возьму немножко сахарочка. Вот так, и сейчас мы с тобой с Катя, я сказал с Катя. А сейчас мы с тобой с Катя сделаем тортик, потому что мы за весь этот сезон еще ни разу не кормили панд. Я как бы не хочу кормить своих панд, они и так обожрались за последнее время. Поэтому как раз таки сейчас отправляемся в джунгли и там покормим тех панд, которые там голодают все это время. Давай, выкидывай. Так вот же торты стоят, торты, простите меня, пожалуйста, за мой русский язык. Вот, бери, не хочу, и пойдем. Минус торт. Их нельзя ломать. Так
у тебя кирка на шелковое касание. Так это не работает, так надо новый скрафтить. Выкидывай давай в этот молоко. Фигня твоя, кирка на шелковое касание. Давай, Маруся, больше молока. Ага. Всё, 3 ведра. Так, так и вот так. Все, 1 тортик есть, Заши бубенчики. Все, можем отправляться в бой. Подожди, нет. Нет, перед тем, как отправляться, мне нужно приодеться, приодеться в новый мой лучок, смотри, какая. Ну давай, пройдись, продемонстрируй подписчикам. В каждой новой серии у Кати каждый раз новый комплект брони, другого цвета. Сочетание цветов, пурпурного и розового, угу. Придает молодости моему личику. Пойдем. Согласен, Чебурак. Согласен. Пошли. Ну, это ты не модный, просто вот ничего не понимаешь. Полетели снега, метели нам да, по курсу прямо. Хорошо. Ты контролируешь весь процесс, я просто здесь буду на... А, закружилась голова, закружилась нас вот это... Останавливайся. Ой! И упала, да? Голову опять разбила. Так, я вижу чики-бомбони, пан я не вижу, поэтому я пока не знаю, кому мне вот это отдать свой тортик. Давай, ты где? Я здесь внизу, прямо под тобой. А, вот вижу. Короче, твоя задача, ты сейчас добываешь столько дерева, сколько тебе нужно, чтобы мы в эти джунгли больше никогда не возвращались. Ой, дай мне топорик, пожалуйста, топорик одолжите. Только потом верни, пожалуйста. Да, я предлагаю на самом деле разделиться. Ты иди ищи своего попугая красного. Да, я сюда пришел только за попугаем, поэтому я пошел за попугаем, а ты деревья добывай, все. Пока. Пока я рублю деревья, ищешь попугая. Как только я заканчиваю, мы уходим. Не нашел попугая, твои проблемы, ясно? Ну хорошо. Опа, я панду нашел. Я 2 панды нашел. 3 панды нашел. 4 панды что, нашел. Что там 5 панд. 6 панд. 7 панд. 8 панд. У тебя там все хорошо. Так, а кого бы... Я покормлю вот ту, потому что она самая одинокая здесь. Так, Катя не будет это видеть, как панда будет кушать тортик. Так, иди сюда. Подойди сюда. Держи. А как? Ну что, или выкинь вот так, на, держи. Покажи! В смысле? Она тортик за полсекунды схомячила! Нифига, у тебя там тусовка с пандами. Сейчас я деревья нарублю. Так, пока сюда, пока да, тут. Да, это первый и последний раз был, когда я вам, кому-то из вас, тортик приносил. Она в рот закинула, и тортика нет. Ой, боже мой, какая халюся. Я тоже панду встретила, она такая коричненькая. Молодец. Так. Так, вот, дерево оказывается. Я нашел! Нет. Нашел красного попугая! Молодец, забирай, пойдем, сейчас я деревья нарублю. Стоп! Ты только что сказала коричневенькая или мне послышалось? Ну да, она такая белая, а ушки у нее и щечки коричневенькие. Ну, она тут одинокая стоит, может, ты ее лучше тортиком покормишь? Ядрить, колотить, ты же понимаешь, что это самая редкая панда, которая может быть, там шанс спавна этой панды в джунглях просто 0,0,0,0,0,0,1%. Не вздумай даже от нее отходить, я сейчас тебя найду. И попугая больше нет, как будто испарился. А вот ты где. Так, ну тут уже приходится выбирать, или вот этот попугай, или коричневая панда. Так, дай мне пару секунд, я его сейчас приручу, или сейчас панда пропадет, подожди, я не знаю. Подожди, нет, давай пандочку с собой домой заберем. Она такая милашечка. Конечно, мы ее сейчас... Все, я тебя потом найду. Конечно, Кать, коричневая панда. Ой, там наверху еще одна жопа мне показывает. Так, если ты видишь вот эту панду, значит ты где-то рядом со мной. Я сейчас тебя найду. Вот! Здорово! Ядрить, колотить! Вот это встреча века! Она ушла от тебя. Слушай, давай заберем ее. Давай заберем ее, пожалуйста, домой. А это как бы даже не обсуждается. Я ее и так возьму домой, даже если бы ты мне не разрешила. Так, поводок вот сюда. Ага, я ее не могу на поводок взять. Нужен бамбук! Иди строй лодку, и мы забираем ее домой. Пошли.
ты деревья добыла? Деревья. Да, добыла, нужно вот цвета трендового. Хорошо, пошли, трендовый цвет. Вот что такое трендовый цвет. Вот это трендовый цвет, коричневый. Найти такую панду, это как херобрина, наверное, найти. Примерно так. Херобрина не существует. Херобрин существует, напишите в комментах. Херобрина не существует. Херобрин существует, напишите в комментах, что он существует. Ну вот видишь, не зря с тобой в эту джунгли сходили. Панду нашли. Пошли. Она, конечно, не очень послушная, как я вижу, но дайте нам буквально часика 4, и мы ее дотащим домой. Давай. Как обрадуется-то Анатолий. И кто там у нас еще? Да, у нас там Анатолий. А ты от скуки, ты от боли. Ты от радости, от слез, душу радость в дом принес. Что-то там такое, все, давай, пошли, хватит здесь жопу мять. Пошли, давай, забирай ее и на, покушай. Как назовем, но если у нас есть коричневая корова, и она француженка, значит, это коричневая панда, и он испанец. Тогда Антонио де ла Спагетти. Все, в принципе, можно дальше ничего не думать. Антонио! Лари Мари Антуанет и... Антонио де ла Спагетти. Все. Круто. Погнали. Опа. Хомячит. Настоящая панда, значит. Че? Пошли давай. Ну, мама ли, друг подставная. На бамбук. Она прям в лодке ест. Она прям в лодке ест. Она в лодке ест. Тебе там нормально, комфортно? Мне как бы не очень. Половину башки в тебя засосала. Подожди, а как это вообще возможно? Я не думала, что как? Вот я не знаю, как. У меня такое ощущение, что она вечно тут есть будет. Смотри, она не заканчивает. Офигеть. Я в шоке все. Слушай, а может мы эту панду не будем отсюда высаживать? Может у нас будет лодочная панда, которая вечно кушает? Подожди, дай я вылезу. Вот. Все, кушай, только голову себе не сломай в таком положении. Да, кстати, у нее просто голова на 90 градусов повернута. Мне кажется, или у нас что-то немножко зависло. Я очень сильно надеюсь, что оно реально так, потому что у нас будет вечно кушающая панда в лодке. Подожди, она сейчас перестанет. Вот сейчас, смотри, она докушает и перестанет. Или. Так она уже минуту один бамбук точит и не заканчивает. В джунглях панда за полсекунды весь торт съела. А это бамбук уже минуту точит. Слушай, ну это все-таки коричневая панда, редкая панда, необычная панда. Может, вот такие панды, они чересчур голодные. Все, главное, не притрагивайся. Если ты ее разбудишь, вот может она уснула и дальше продолжает кушать. Если она слезет с лодки, мы расстаемся. Я просто знаю то, что ты любишь косячить. Я на следующей серии зайду, и этой панды здесь уже не будет, поэтому не трогай. Я к ней даже не буду прикасаться. Она села! Нет! Она докушала! Кать! Да кушай еще! Кушай еще! Мы расстаемся? Все, нет, ну, она сама села, не из-за тебя. Ладно, все, пускай она здесь остается, пошли. А, подожди, а ну скамейку, иди скамейку строй, пошли. Скамейка моя любимая, элитная Гуччи фирма. Давай, Гуччи, вот это все. Так, а мне нужен верстак, мне нужно сначала сделать досочки. Мой бедный красный попугай. Ну, не ты, не смотри даже на меня. Я своего попугая не принес, вот этого, которого нашел. Да хватит ты ныть, пойдем лучше я тебе свою скамейку сейчас запокажу. Она до сих пор точит. Да, ты кушай там. Реально, коричневые панды, походу, самые голодные. На, ты будешь бамбук кушать? Так, это мы все убираем, эти всякие нетрендовые цвета. Неправильные. Я внимательно смотрю. Не отвлекайся, строй скамейку мечты. Так, да. Раз. У меня все получится. Два. Это должно быть, что на ней как бы стоит. Вот так. У кого стоит? Не у кого здесь стоит, вот так. Так. Высоковато немножко, но цвет потрясающий. Цвет потрясающий, трендовый, да. Именно то, что я хотела. И это нифига не скамейка получилась. Помоги мне, пожалуйста. На скамейку это мало похоже, конечно. Она слишком высокая для нас. Поможешь? Ну давай, выкидывай ресурсы. Сейчас построим. На. А топорик твой тебе тоже возвращать? Да, мой топорик на родину, давай. Ага, спасибо.
Может, хватит курицами любоваться? Для кого я вот это все строил, а? Ты что, уже построил? Я все уже построил. Давай мини-экскурсион я тебе покажу. Давай. Давай, все, давай. Все начинается отсюда. Мы идем по этой тропиночке, заходим по этой лестничке и появляемся вот здесь. Место, где происходит любовь, под ночным небом с луной, под звездами светящими прямо тебе в душу. Хоть как бы тропических деревьев здесь нет, потому что я их превратил в люки, но зато цвет брендовый, трендовый, вот этот, твой любимый. Ты же мой строитель-инженер. Вот видишь, как мы с тобой хорошо сошлись. Я дизайнер, придумываю идею, а ты воплощаешь ее в жизнь. А как мне люки-то нравятся, это же наоборот круто. Тут вентиляция, воздух попадает. Да, воздух. Так, я тебе предлагаю, давай быстро. Сейчас у нас будет рассвет. Правда, рассвет в другой стороне. Но это нам не мешает полюбоваться на наше прекрасное ночное небо. Реально, смотри, вон луна садится, это так романтично. Главное, чтобы сейчас фантомы не налетели и за задницу нас не покусали. А так, действительно, очень романтично. Чудесно, чудесно. Слезки потекли. Пока луна не зашла, может, вот это, поцелуемся? Ты что такое говоришь, Люки? Алло. Мы с тобой 2 года встречаемся, что я тебе говорю? Ну ладно. Пошли. Но сначала подожди. Экран выключу, а то, ну, нельзя на такое смотреть. Батчики. Все, давай, иди борщ вари. Засиделись. Весь рассвет проглядели. Давай. Чики-бам-бам, чики-бам, бам-бам-бам, чики-бам-бам.